Привет, дорогие друзья! Мы продолжаем проходить игру Sniper Elite 3, миссию Fort Refugio. Продолжим. Как вы помните, миссия у нас проходит ночью. Миссия у нас проходит ночью. У нас тут, короче, куча французов. В общем, я перевожу патроны зря. Воу-воу-воу. А как? Как мне это сделать? Это была дополнительная миссия. Вовремя. Круто. Если кто не понял, о чем я, то в прошлом видео задача провалена. Ну, а как, что я мог сделать? Я бы ничего не сделал, я бы не успел. Так, стойте, дорогие друзья, я хотел не сюда пойти немножко. Я хотел немножко не сюда, я хотел пойти сюда. В общем, в прошлой миссии я взял дополнительное задание. Вот где-то в этом месте оно было. В общем, мне нужно было убить какого-то офицера, проезжающего мимо. Вот, похоже, что это был именно он. Я буду искренне надеяться, что он еще раз будет проезжать. Но, к сожалению, это не он. Так. Минус один. Вот еще один непутевый идет, прогуливается. Ну, скорее всего, я его сюда вряд ли подстрелю. Отсюда, в принципе, это более реально. Так, ну, туда, как я понимаю, если я пойду, я выберусь на главную миссию, но, извините, но я ее пока проходить не хочу, я хочу пострелять. Немножко пострелять. Меня, в принципе, могут убить, но я думаю, вам тоже будет интересно пострелять вместе со мной, а не попусту начать в тупую проходить миссию. Так. Мне нужно будет быстро его оглушить. Привет. Ах ты. Так, все? Да, все, больше никто не знает, что я здесь. Так, я открыл снайперскую позицию. Как я понял, я должен был с этой снайперской позиции как раз и выполнять дополнительное задание. Но я сейчас сделаю немножко по-другому. И... Ой-ой-ой-ой-ой! Быстрей, 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 быстрей! Дорогие друзья, меня кто-то заметил. По-моему, все обош... Ой, нет. Ничего не обошлось. Только я немножко не пойму, кто по мне стреляет. Вау. Это кто был? Интересно, сколько здесь метров? Ух, вкусно. Так, знаете что? Меня спалили.
Ну, я ж тебе попал в голову. Реакция с запозданием. Очень плохо для тебя. Так, еще один красивейший дальний выстрел. И сколько здесь было? 127 метров. Превосходно. Кто по мне стреляет? Так. Двое там. О, папа. Уля-ля. Куда ты тут такой взялся? Так. Нужно немножко перезарядиться. Так. Вот еще два товарища бегут. Как это? Нет, дорогие друзья, что-то не понимаю задумки. Ну смотрите, это было прицельное попадание в голову. Так куда ж ты побежал? Воу-воу-воу! Ну, это тоже было в голову. И это было в голову. Я немножко не понимаю смысла этой игры. Я, можно сказать, в тупую стреляю в голову, но не попадаю. Еще мне немножко непонятно, кто по мне шмалил, если честно. Попадание в сердце. Так, стойте. Нужно сменить позицию. Да-да-да. Получай. Уф. Это было красиво. Так, я немножко не понимаю, откуда и кто. Там нет никого. Вывести из строя. Кого вывести из строя? Воу. Так, мне нужно сменить позицию. Потому что мне это не нравится. Так, что-то бежал, 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 и все равно я не скрылся. Так, ой-ой-ой. Он меня обнаружил. Ну, ничего страшного. Сейчас мы сделаем так. Так. Где? Где? Воу-воу-воу. Так. Судя по музыке, мы убили всех. Замечательно. Вовремя дождь начался. Так, вывести из строя. Да? Ладно. Ну так стоп. Он и так дымится.
Оп. Кто-то меня опять обнаружил. Так, едет автомобиль. Меня никто не заметил. Замечательно. Так, здесь тоже ничего нет. Там тоже никого нет. Так, стоп. А что там? А там снайперская позиция. Это получается моя первая точка, откуда я пришел. Супер. Так, здесь нет ничего. Здесь, по-моему, тоже нет ничего. Да, здесь нет ничего. О, пополним боезапас. Замечательно. Возьмем бинт. А бинт нам не нужен. Мы нашли карты. Так, теперь нам нужно вывести из строя еще один фонарь. Мы нашли какую-то еще ерунду. Так. Опа. Отлично. Ну что ж. Теперь давайте поднимемся. Теперь давайте поднимемся наверх. Так, возьмем, наверное, стен. И пойдем. Нет, давайте, наверное, возьмем велород. Так. Ух ты. Ух ты, ух ты. Я внутри. Проберитесь в крепость. Раз, два, три, четыре. Готов. Так. Отлично. Так, главное, чтобы... Так. Там нет никого, значит, постараемся аккуратно прикончить этого. Ой-ой-ой, как их тут много. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. А здесь где-то можно будет зайти? Нет. Так, это, как я понимаю, колодец. Ох, как же у вас тут много-то, а?
Так, сейчас мы сделаем этого. Ах ты тварь. Очень плохо. Очень плохо. Очень плохо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, появись. Ах ты негодяй. Ой-ой-ой. Очень плохо. Очень-очень-очень плохо. Очень-очень. Так, ну, в принципе, если так будет продолжаться, то мы их перемочим быстро. О боже, что он делает? Вы только посмотрите на это. Меня пытается убить его труп. Так. Мы подняли серьезную такую диверсию, теперь нас все ищут. Если честно, я не совсем этому рад. Так, знаете что? Давайте мы подлечимся. Немножко. У него что-то есть. На. Нужно обыскать. Ключи. Отлично. Замечательно. Какая-то карта. Я не пойму, где они орут. Внизу, вверху. Воу-воу-воу-воу-воу. Так, это я понимаю, ключи, наверное, отсюда. То есть я пока что иду правильно. Зачет. Нет, все-таки здесь пройти нельзя. И знаете что? Давайте-ка мы возьмем снайперскую винтовочку. И устроим им праздник. Минус один. Точно в яблочко. Так. О боже, нет, 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 нет. Кто меня обнаружил? Кто-то из внутреннего двора. Ой-ой-ой. Ой-о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 й.
Где он поднялся? Опа. Готов. А мне нужно подлечиться. Теперь мне нужно сделать еще одного товарища. Замечательно. Сейчас я не совсем понимаю, реально, где они кричат. Опа-па. Ой-ой-ой-ой. Готов. Разблокировано что-то там. Боже, сколько же их тут собралось-то, а? Так, там кто-то прибежал меня искать, не нашел и куда-то убежал. Кто-то совсем здесь рядом. Готово. Боже, сколько вас тут? Ну, понятно. Его обыскать почему-то нельзя. Так, нет никого. Странно. Кто же меня тогда ищет? Ух ты. Карты. Но среди них нет. Воу-воу. Так понимаю, они наверху? Да, они наверху. Подвал. Класс. Так, так, так. Так, подождите, нужно сходить сюда. Нет, сюда не интересно идти. Кто-то такой синенький. Всего-то. Так, подождите. Но мне, скорее всего, нужно с этой стороны куда-то попасть, да? Так, вот я вижу клетку, и, скорее всего, наверное, здесь мне пригодится ключ, который я нашел. У одного из офицеров.
вот это вообще не то. Прямо тюрьма какая-то. Вау. Сколько же здесь народу? Воу-воу-воу, парень, полегче. Готов. Так, а зачем это мне? Может, мне нужно тоже устроить диверсию? И... уничтожить автомобили? Это я только за. Так, там куда-то слезть можно. Сюда мы пройти не можем. Очень жаль. Так, кто-то под нами. Убей его, убей, убей, убей. Готов. Не кричи так сильно. Да-да-да, именно так. Ах ты негодный. Воу-воу-воу. Да убегишь ты. Да-да-да. Он что, побежал за подмогой? А вот это, знаете, это плохо. А, он наверху. Готов. Так, и все-таки я хочу найти, кто-то такой синий там, и где он сидит. Где он спрятался. Кстати, он где-то здесь. Совсем рядом. Да, замечательно. Пора на свободу. Слава богу. Единственный путь через линию фронта. Но меня немного потрепали. Я прикрою. Сможешь идти? Свобода — большой стимул.
Да, я смогу. Когда путь будет свободен, иди к проходной. Ладно. Так, что ж, дорогие друзья, на этом я игру сохраняю. И продолжение вы увидите уже в следующей серии. Так что не упустите этот момент. До скорых встреч!